праздничный салют в Москве. 12 тысяч залпов в честь Дня Победы. Также салюты были в Санкт-Петербурге, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Севастополе, Смоленске, Туле и других крупных городах. В Москве в День Победы состоялся масштабный праздничный салют. Из 72 установок запущено около 12 тысяч фейерверков. Их было более 70 видов. В столичном небе огнями даже нарисовали гигантский триколор. Салют можно было наблюдать везде. И вот я сейчас крупным планом покажу, как это выглядело. Вот это было вот так красиво, празднично. Ну а на этом все. Поздравляю всех с Днем Победы. Желаю всем здоровья крепкого. Ну а на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И будете узнавать различные события, которые происходят в нашей стране и за рубежом.